манго, которое мы сейчас будем пробовать. Это первая манго в нашей жизни. Там в середине ничего не должно быть? Не знаю. Наверное, нет. Может, не режется. Не режется. Наверное, тогда значит что-то есть, да? Или оно само по себе твердое? Не поспело, что ли? Вроде мягкая снаружи. Ну да. Да, попробуем нож помощнее взять. Ну, реально, как будто косточка какая-то. Ну, может, там и есть косточка, я не знаю, ты пополам сначала. А как я пополам тебе сделаю? Ой, я не знаю, подожди. Подожди. И посмотреть. Ну, нету? Вроде нету, да? Там что-то, видишь, твёрдое. А, ну, значит, есть, ну, что-то должно быть. Фиг, ты руки мыла? Руки мыла? Нет. Мой, сейчас будешь манго пробовать. Да, никто так манго не режет, как мы. Ну, наверное, да. Ну, а что сделаешь? Там так красиво показывают, но оно, наверное, которое уже совсем мягкое. А наше, видно, не совсем еще мягкое. Попробуем. Давай, попробуй. Ну, и... Как? Вкусно? Вкусно? Mm-hmm. А какой вкус-то? Натурального манго. Только ты кисленькая. Натуральная манго? Оригинальная. Ладно, всем приятного аппетита. А мы будем кушать манго.